не собираю деньги на лечение. Я собираю деньги на помощь этим родителям. Деньги эти идут на помощь родителям, которые оказались в трудной ситуации, у которых дети лежат в детской республиканской больнице. Дети, ну, родителям, которые не могут вести из-за болезни детей полноценную жизнь. То есть им приходится лежать вместе с детьми в больнице не один месяц. И получается, они отрезаны от реальной нормальной жизни полноценно. Не могут полноценно работать, зарабатывать, содержать свою семью, потому что они лежат по очереди, мамы, папы. У меня сынок, нам исполнилось 1 год и 10, когда мы сюда пришли, нам было 1 год и 4, мы уже 1.5 года здесь, у нас лейкоз, вот, идем на поправку крошечными шагами, но идем к своей цели, вот, и хорошо, что есть люди, которые нас поддерживают, потому что, когда, одно дело, когда тебя поддерживают родственники, друзья, другое дело, когда на твою беду откликаются совершенно незнакомые люди и говорят какие-то правильные слова, что-то передают, заботятся, это... Здорово поднимает боевой дух. Многие люди просто в шоке. Как так? Чужие люди вот такие суммы собирают. Это как? Вот. Ну, сначала кто-то стесняется, ему неудобно, неудобно принимать. А потом, ну, понимаешь же, что человек от чистого сердца это... Но все равно на необходимые какие-то вещи деньги все равно эти нужны.